Видеоуроки фотошопа. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Алексей Кузьмичев. И в сегодняшнем видеоуроке я хочу показать вам один очень простой и легкий способ, который поможет вам сделать цвета на ваших фотографиях сочными и насыщенными. Очень часто мне подписчики задают вопрос, как добиваться красивых сочных оттенков на фотографии. И как раз поэтому я и записал данный видеоурок. Ну что ж, давайте приступим. Я буду работать вот с этой вот фотографией. Вы можете взять любую свою и попробовать уже эту обработку на ней. В первую очередь нам с вами необходимо преобразовать фотографию из режима RGB в режим LUT. Для этого мы переходим в пункт изображения. Здесь выбираем пункт режим. Так, и нас интересует здесь режим LUT. Выбираем его. Так, у нас фотография перевелась в новый режим. Теперь дублируем слой. Нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре. И далее переходим в пункт изображения, коррекция. Выбираем здесь пункт кривые. Здесь у нас в данном пункте есть три канала. Яркость, и канал А и канал Б. Сначала переходим в канал А и перетаскиваем кривую вот таким вот образом. Примерно на 3 квадратика смещаем ее снизу и на 3 квадратика смещаем ее сверху. Вот таким образом. То же самое делаем в канале B. Так. И то же самое здесь. Как видите, насыщенность нашего снимка уже повысилась. Не переживайте, если фотография выглядит перенасыщенной, в дальнейшем мы все это исправим. И также можно перейти в канал «Яркость» и настроить здесь контраст, ну, по вашему желанию. То есть, как вам больше нравится. Ну, примерно так можно оставить, чуть-чуть выгнув кривую буковкой S. Нажимаем здесь клавишу «Ок», и у нас с вами эти настройки сохраняются на новый слой. В результате мы получаем вот такую перенасыщенную фотографию. Чтобы избавиться от ненужной насыщенности, нам достаточно просто понизить прозрачность этого слоя. Ну, обычно я ставлю значение в районе 50 или 40%. В зависимости от фотографии эти значения у вас могут отличаться. Попробуйте, поэкспериментируйте. И когда у вас будет результат устраивать, оставляйте нужное вам значение. Итак, вот что у нас получилось, вот до и вот после. Как видите, цвета на фотографии стали гораздо более сочными и насыщенными. И снимок выглядит гораздо более привлекательно. Ну что ж, вот такой вот простой способ поможет вам усилить цвет на любой своей фотографии. Как видите, здесь нет ничего сложного. И все делается буквально за несколько минут. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем за внимание. Увидимся в следующих видеоуроках. Получите бесплатный видеокурс «Профессиональные техники тонирования и цветокоррекции фотографий». Жмите на кнопку «Получить курс».